Социальному пансионату «Гармония» исполнилось 25 лет. Юбилей отметили весело, ярко и музыкально. Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов в нашей республике работает с 1999 года. Дарья Тандит побывала на празднике. За четверть века пансионат «Гармония» для людей старшего поколения стал не только домом, но и настоящей семьей. Валентин Гульманов живет в пансионате с самого открытия. Работал раньше садовником и сейчас активно участвует в культурных мероприятиях. Он пишет стихи и поет песни своего сочинения. Валентин Федорович юбилей отмечает как свое 25-летие. Я поздравляю всех с этим праздником замечательным. И желаю еще долгое время прожить счастливо, как можно здесь, сытно, беззаботно, но развиваться, не терять своего ума и своей силы. В этот праздничный день собрались все жители пансионата, почетные гости, работники и приглашенные артисты. Поприветствовал и поздравил юбиляров министр труда и социального развития республики. За эти годы было сделано многое, построено новое здание, сложился дружный коллектив. Наработано немало опыта, а сколько пожилых людей, нуждающихся в помощи, нашли здесь понимание, человеческую поддержку, даже трудно перечесть. Хочу поблагодарить вас за работу. Желаю в этот знаменательный день пансионату оставаться таким же замечательным, уютным, теплым местом. А всем сотрудникам и жильцам пожелать здоровья, счастья. За многолетнюю преданную работу сотрудников пансионата наградили почетными грамотами. Их труд неоценимым. Удалось создать настоящий, теплый и уютный дом для тех, кто в нем нуждается. Со словами поздравления к жильцам и сотрудникам обратилась директор пансионата. Здесь побывало более 500 человек. Это те люди, которые нуждались в поддержке, в помощи, которые здесь нашли дом, которые здесь нашли уютный кров, которые здесь нашли семью. И сотрудникам я хочу пожелать благополучия, уверенности в работе, уверенности в завтрашнем дне, вашим семьям благополучия, жильцам крепкого-крепкого здоровья. Многочисленные поздравления сменялись выступлениями приглашенных творческих коллективов. Артисты выступали в ярких костюмах, исполняя мелодии, знакомые многим. Концертную программу подготавливал культработник пансионата «Гармония» Алексей Иванченко. Благодаря ему все торжественные мероприятия проходят на высоком уровне. Работает он со дня открытия. Было за 25 лет очень много хорошего. Вот честно, ничего даже негативного не могу припомнить. Всегда теплое общение. Проводим много мероприятий. Минимум 2-3 мероприятия в месяц. Приглашаем много артистов. Желаю прежде всего, конечно, нашим жильцам крепкого здоровья, активного долголетия. Сотрудникам желаю успехов в работе, чтобы работа ладилась. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия.